И Денис Карлов с нами на прямой связи. Я напомню, что это рубрика для тех, кто дома. Выпускаем ее совместно с Министерством культуры. В рамках этой рубрики будем общаться с творческими людьми, с музыкантами. Будем узнавать, как они проводят самоизоляцию, дни в самоизоляции. Денис, доброе утро. Как оно, кстати, началось? Доброе утро. Утро началось замечательно. Хорошее начало. Началось замечательно, дальше должно быть только лучше. Чем будете заниматься? Как будете сегодня проводить время? Вы знаете, время, когда не получается, допустим, у нас репетиционный процесс, если говорить о камерном оркестре, то, конечно, это самое лучшее время для самосовершенствования, возможно, даже провести время. В любом случае, всегда есть. Как хорошо, что все-таки люди творчества и искусства не теряют времени даром. Я считаю, что эти прелюдии надо заканчивать. Денис, вы играете на скрипке. Просим, покажите мастер-класс, поиграйте. Сделайте наше утро и утро крымчан краше. Музыкальнее. Я вот думал, чтобы такое сыграть, чтобы зарядить на весь день. Я решил вам сыграть танго тестового кинофильма «Аромат женщины» Карлоса Гардея. Я вам кусочек наиграю. Как тебе? Я заслушалась и просто не могу дальше продолжать эфир, пока не... А придется немножечко пообщаться, потому что я тоже ухожу в эту музыку, мне нужна твоя рука. На самом деле для музыки нет никаких ни преград, ни границ. Это потрясающе, что мы можем вот так с вами наблюдать, как мэтр играет на скрипке и наслаждаться своим кофе или чаем, например, что вы делаете утром, да? Пожалуйста, не выходя из дома, можно попасть на самый настоящий концерт, который прямо сейчас разворачивается на ваших экранах. Браво! Это потрясающе. Спасибо большое, Денис. Мы очень благодарны за то, что вы нашли время, вышли с нами на связь и продемонстрировали свои потрясающие, невероятные умения. Очень вам благодарны. Желаем вам оставаться дома, быть здоровым и, конечно же, на самоизоляции не скучать. Спасибо большое. Всем хорошего дня. Спасибо большое. Берегите себя, своих близких, конечно же.